Всем привет! В этом году я хочу посадить красную люберию. К сожалению, синие у нас в городе на тот момент, когда я покупала, семена не нашлось. Поэтому буду садить красную. Вот я высыпала сюда семена, и, как мы видим, они намного меньше даже, чем маковые зернышки. Поэтому люберия сеется, она поверхностно. Вот я купила себе вот такой вот парничок. Очень удобно, что здесь ячейки вынимаются. Вот по 6 штучек они вынимаются, и можно их что-то вынять, что-то перенести в другое место. В этом году я особо не заморачиваюсь. Я пробовала по-разному садить. И, если честно сказать, в любом варианте это люберия всходит. Поэтому я просто вот так вот беру щупочки и по чуть-чуточку сею. Оно между пальцами очень удобно чувствуется. Все вот это. В любом случае оно взойдет все, сколько надо. Потому что я пробовала садить и на снег, и с песком я смешивала. Ну, скажем, каждый выбирает свой вариант, который ему нравится. Вот я выбрала себе в этом году просто вот так вот взять и посадить. И оно взойдет ровно столько, сколько я посеяла. Я старалась особо много не сеять, потому что хочу в этом году тоже без пересадки. Специально купила себе такую вот формочку для посева. И вот осталось у меня уже совсем чуть-чуточку. Поэтому я вот так вот их сюда и посадила. Я специально купила себе вот такой вот парничок, чтобы эту рассаду не пикировать. То есть попробовать вывести ее вот до нужного роста и сразу пересадить в землю. Очень удобно оно вот так вот накрывается. Единственное, что мне не нравится, что очень плотно не закрывается сама крышечка вот эта. Как-то вот она не так, не становится не так и не так. Может, я, правда, еще не умею это все. Сейчас посмотрю. Ну, если в крайнем случае не станет, то я натяну пакетики на каждую ячейку. Вот. А сейчас попробую. Естественно, я сейчас еще сверху все это дело смочу водичкой, пульверизатором. Хотя я здесь землю и смочила всю. Но, тем не менее, я еще сверху попырскаю, чтобы семечки сами как бы немножко захлубили землю. И будем ждать сходов. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Будем наблюдать, смотреть, через сколько взойдет люберия. Ну и как она у меня в этом году будет расти и развиваться. Кстати, вот я заметила в прошлом году, когда высаживала люберию на улицу, она очень хорошо укореняется отводками. То есть веточку можно приложить к земле, присыпать, и через определенное время эта веточка уже укоренялась. Вот такое вот удивительное растение люберия. Ну а пока всем до встречи!